Так. Интересный момент. Мишка, блин. Или М16К. Не, я как Мишка прочитал. Мишка, Мишка. Это М16А4. С глушителем. Пойдет такое? Все, что ли? Не порти катки, заманал. Нет, у тебя М16К. Почти что М16А4. Только М16К. Я еду в Денсинг. Денчинг. И чё тут? Дверь открыта. Здорово, блин. Офигеть. Я же испугался на самом деле.
Я испугался. Где-то слева у меня стреляют в этих кемпашках. Куда поеду? Слился с местностью, но он капец слился с местностью. На самом деле, если ты не двигаешься, ну тебя вообще сложно заметить. Потому что человеческий глаз, вот лично у меня, он как-то реагирует на малейшие, там, допустим, изменения по карте. И если чел просто не двигается, лежит, то я его и не замечу, скорее всего. А если он как-то передвигается, то, скорее всего, замечу. Наверное, не у меня, у одного так. Ну, где же люди? Ну, где же эти люди? Нихера ты. Кем воодушевился так? Сидит тут подо мной. Так работает периферийное зрение. Понял. Какие еще зрения бывают? Что такое периферийное зрение, мы поняли. Так, а где мой транспорт? Да тут я так никого и не нашел. Я, наверное, тут и не найду никого. Здорово, тренер. Еще тачка какая-то приехала. Но я уверен, что этот чел выйдет на балкон, чтобы посмотреть что-то. Вы тоже так думаете? А, он из ангара сейчас пойдет. Ой, так это для него вообще просто проигрышное. По-любому. Он из ангара из-за этого выйдет. Так, если он зашел тут, соответственно, он лутается там и выходит вот здесь. Просто здесь выходит чел. Прочитано. Он лутает туда, соответственно, потом переходит сюда, и вот сюда выходит, чтобы в тачку сесть, либо сюда пойти. Ну, либо он там просто сидит и ничего не делает. Пошел там пельмешек себе заварить, еще что-то сделать. Но самый прикол, что я сейчас лежу в такой позиции, что если он просто в тачку сядет, он уедет. Поэтому мне надо перейти. Как минимум так, чтобы... Блин. А, не норм. О, восьмерка есть. Это получше даже. Бабах. И что мне делать? Ждать? Пока зона уйдет. Потому что зона далеко. Мне тут без тачки не вариант. Мне надо просто ждать. А, так у меня вот такой вид транспорта есть. Не придется ждать, ребята. Let's go. Там бублик какой-то. Справа.
Одни тачки кругом, еще какая-то тачка едет. Причем это едет прямо через меня. Как будто бы. Нихера. Он что вытворяет? Вот этот самый бублик, про которого я вам говорил. А где мой велик теперь? Вот же он. Блин, у меня тут вода везде. И чел какой-то слева заехал вроде бы на тачке. Да. Но я не буду упарываться в него. Надо вот на эту гору, по идее. Опа. Найн! О, у меня чел еще спалился тут, прикиньте, сзади ко мне подходил. Что бы было? Если бы ничего не было. Оу, тихо-тихо-тихо. Я не хочу погибнуть от болтовки. Да, ну конечно, у меня в катке сейчас еще и рысь. Дефолт. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не спугнуть рыбку. Ай, да ёпа ты, ты пучка. Куда это по мне стрелял?
Этого мне сейчас не запушить. Но мне надо в зону только ехать. Velo Drive. Вот этого надо Роксата убить, который меня нокал. Понимаете? А, это бот, я не буду его убивать. Где мой велик? Или что, на ноге? Не, на ноге нельзя тут. Обязательно на велике. Велик обязателен. В третьем шлеме бот там был, реально? Откуда? Блин, я надеюсь, этот чел потратит все свои патроны. Чтобы мне потом проще жилось. Тут у меня тачка какая-то припаркованная стоит. А еще и мотоцикл стоит. Труп какой-то тут. Ой, куда же зона шифтанула? Прямо от меня тут тачек много. Чересчур стоит. Я думаю, что тут кто-то должен быть. Однозначно. Восьмерка скинулась. Такое мне нельзя делать. Так, и куда же я поеду? Да хрен его знает, куда я и поеду даже. Выигрывать я поеду сейчас. Вот куда я поеду. Едем выигрывать. Да у меня что, чел, по-любому сидит тачка припаркованная. Ты его не могли никак убить. Он тут по-любому где-то засел просто. Я боюсь заходить с тапалкой. Он может быть где угодно. Даже вот тут. Но он, скорее всего, где-то в этом доме. На втором этаже просто сидит. У меня БРДМ. Не хочу с БРДМ. Ну ладно, погнали убивать БРДМ. Буду всаживать максимально много урона, чтобы этого чела убить. Потихонечку, помаленечку мы взорвем этот БРДМ с вами. Я уверен.
О! Пошла жаришка. Взорвал. Слава мне. Но я просто по факту помог типу какому-то убить другого типа. Ну и тот чел сейчас на ноге, и у меня чел ластовый где-то там. Все, я все про всех знаю. То есть этот чел пойти должен, по идее. А, ну или так, короче. Все, мне не нужна восьмерка больше. Тачка, вот его стоит. Короче, смотрите, план такой. Я откидываю сюда смоки, чтобы он думал, что я оттуда пойду. А я пойду вот так вот по краешку. Поняли? Move 300 IQ. Сейчас чел подумает, что ага, я где-то отсюда буду выходить. А я на самом деле уже здесь. Мне останется только его найти и убить. А где он? What the fuck? Мне восьмерка-то нужна. Мне восьмерка сейчас нужна. Блин. Лох. Я. Ладно. Нормально. Что, мне восьмерка нужна, чтобы выиграть, что ли? Херня какая. Он у меня тут за пригорком, скорее всего. Там его нет нигде. Тут никто не ползает. Да, чё? Где-то там. Наверняка. Утила много, да? На всякий случай просто откину. Еще и вперед надо двигаться сейчас. Тут же трупа не было, правильно? Ну это пулемет или жуна? Ладно. Хорош. Я там не смотрел. Блин, я его... На самом деле я его забайтил на смоки. Он и пошел туда. Я думал, он не забайтился. А он слева был. Но все равно хорошая катка, не? Плюс-минус. Просто я его не нашел. Вот, ребята. Вот это все, что я могу вам сказать. Вот так.